прорубь от первого лица. Эпиграф. Единственное, женский род, единственное число, навеяно идеями Клода Романа. Я зомби, апокалипсис районного масштаба из нашей встречи творю. Событие, да, для меня. Не коридор возможностей, а море. Сама возможность шествует ко мне, чтобы сотворить единственную меня, не единичную, но в полноте совсем единственную и неповторимой. Через события перебираюсь, как рыбаки, лавируя меж лунок, из которых она, оно, они, или через кладбище, где каждая из могилы былая жизнь, своя у каждого, но все же. Там выход в вечность, и опять она, они. Она, они вокруг, а я лишь островок, лишь центр, до судорог зажавший в кулаке все эти нити. Единственную – дар событий, идущих чередой и отдающих меня себе, питающих, растящих самость и создающих всю уникальность, полноту и глубину, играя гранями, граня, приумножая дидекаэдр, бриллиант. Я зомби, череп вскрыт возможностью, хирург события пробила молоточком здесь прорубь. Прорубь от первого лица –